Следующий вид прошедшего времени – неопределенное прошедшее время с аффиксом «хал». Ну, как мы уже разбирали, это причастие – неопределенное прошедшее время. «Кан», «ган», «кен», «ген». Если основа заканчивается на гласную, то просто долгое гласное. Например, «номджан». Это все мы уже разбирали. Вот. Отличие от прошедшего категорического времени состоит в том, что он лишь констатирует результат действия. Действие произошло в прошедшем времени. Не указывается образ действия, время действия. Если причастие прошедшего времени на «ды», рассмотренное нами ранее, со всей категоричностью и определенностью вот, изображает действие, которое произошло до момента речи, как достоверное и очевидное, и воссоздает зримый образ этого действия, то прошедшее время на «кан», наоборот, оно не обращает внимания на само действие, а лишь на его результат. Например, вот «номджан» переводится как «читал». Неважно, в каком времени читал, важен просто результат, что он читал его в прошедшем времени. Неважно, как он читал, время его действия, а важен лишь результат «номджан». Поэтому называется он неопределенным прошедшим временем. Важен только результат. Теперь рассмотрим спряжение этого времени. Единственное число, множественное число. Первое лицо. На примере глагола «аждар» – открывать. «Ажатканмен» во втором. «Ажатканцен» в третьем. «Ажаткан». Как видно, изменяется лишь показатель лица, в отличие от предыдущего времени. «Ажатканмен» – «я открыл», неизвестно, в прошедшем времени. «Ты открыл», «он открыл». Во множественном числе изменяется показатель лица на «тыс». «Ажатканбис», «Ажатканцелер». В третьем остается точно так же. «Ажаткан», «олар», «ажаткан». «Мы открыли», «вы открыли», «они открыли». Отрицательное время образуется точно так же при соединении аффикса «ба» или «па», в зависимости от конечной буквы основы. Здесь в данном глаголе «ажидар», «ажит» оканчивается на глухую букву «т», значит аффикс «па» будет «ажитан», «не открыл». «Ажатпанмен» – «я не открывал», «ажатпанцен» – «он, ты не открывал», «ажатпан» – «он не открывал», «ажатпанбис», «ажатпанслер», «ажатпан» – «мы не открывали», «вы не открывали», «они не открывали». С примером, если основа заканчивается на звонкую букву. «Алр», «албан» присоединяется аффикс «ба», так как основа заканчивается на звонкую букву «л». «Албан», «албанмен», «албанцен», «албан», «алган», «алганмен», «я брал», «ты брал», «он брал», «алган»,